В поселке Октябрьский строят поликлинику на 500 посещений в смену. Возведение социально важного объекта стартовало в начале этого года и идет ускоренными темпами. Ход проводимых работ проинспектировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Еще недавно на этой площадке шли подготовительные работы. Сегодня уже примерно можно оценить масштабы будущей поликлиники. Здание с переменной этажностью общей площадью 11 тысяч квадратных метров строят с опережением графика. На данный момент работы выполнены более чем на 30%. Сейчас задействовано 60 человек. Порядка 60 человек именно персонала, который занимается непосредственно производством работ в монолитчике. Плюс есть еще отдельные – это механизаторы, разнорабочие и другая численность, в частности, инженерный состав. Основная сейчас цель – это до конца года закрыть контур и приступить уже ко внутренним работам и монтажу оборудования тяжелого. Появление этой поликлиники – долгожданное событие для жителей Октябрьского. Получать квалифицированную медицинскую помощь здесь могут около 50 тысяч детей и взрослых. Особенность объекта в том, что он многофункциональный. Будет иметь 4 входа для разделения потоков пациентов. Кроме того, здесь расположится стационарно 20 коек. Мы сейчас смотрим примыкание дорог, те тропы тротуарные, конечно, подходы очень важны, чтобы, когда объект появился, не получилось так, за периметром все красиво, справа-слева не подойти. Поэтому много работы, работы территориальной администрации, работы всех коллег, соответственно, с жилым фондом, с жителями также слышим все предложения, которые они выносят. Андрей Юрьевич здесь был на объекте, был как раз-таки, когда был выезд на М5 Урал, дорога, которая также открывается осенью. И, конечно, губернатор обратил внимание, что объект должен быть сдан в сроки. Даже просьба была с опережением этих сроков. Медицинское учреждение строит в соответствии с новым стандартом Московской области «Наша поликлиника». Первых пациентов она примет в сентябре следующего года. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.